Тысячи разноцветных огней озарили площадку главного городского фонтана. Ледяные горки, фигуры и сказочные персонажи – все дышит праздничной атмосферой. К слову, и сами горожане включили фантазию. А почему вы сегодня в таком необычном костюме? Ну, представляю наш космос, как бы, что Россия впереди всегда и во всем должна быть. Кстати, праздник посетил целый отряд костюмированных сказочных героев. Гостями новогоднего торжества стали снеговики. За необычные наряды некоторым вручили ценные призы. И ценный подарок – телефон. Ваши аплодисменты. Не обошлось новогодний праздник и без пожеланий. Оренбуржцы поздравляли друг друга и делились впечатлениями. Так красиво здесь. И детям нравятся, и горки. И вообще очень здорово. В наступающем году мы пожелали здоровья, успехов, удачи. И, несмотря на нынешнюю ситуацию в стране, все-таки путешествовать и узнавать что-то новое для себя. Перед самым прибытием резидентов из Великого Устюга горожан с предстоящим праздником по традиции поздравили первые лица города. Праздником всех! Счастья, добра, улыбок, мира и всего самого доброго в 2015 году! Мы с вами! Ура! Спасибо! Ну и какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Не заставив себя ждать, зимние гости поздравили оренбуржцев с наступающим Новым годом и зажгли праздничное дерево. Раз, два, три, оренбургская елка, гори! А завершился праздник красочным салютом. Иван Бер, Дмитрий Примачек, «Наше время».